Всем привет! С вами InformTV. Алексея Бардукова зрители воспринимают по-детски наивным и чересчур правильным. Он даже не может играть отрицательных персонажей. Удивительно, но в семье актера не было никого творческой профессии. Папа был слесарем, а мама – упаковщицей на заводе. Заболел театром он совершенно случайно. Одноклассница готовилась к поступлению, и парень, который до этого никогда не был в театре, тоже решил попробовать. Ему настолько понравилось, что он сразу же после окончания 11 класса отнес документы в театральное училище – школу-студию МХАТ. Еще студентом он выходил на сцену Сатирикона, а по завершении учебы Бардуков уже считался полноценным членом труппы. Кинодебют Алексея состоялся в детективе «Марш Турецкого», но вряд ли кто-то его там запомнил, а вот сериал «Диверсант» принес ему настоящую известность. Впоследствии он еще не раз играл роль солдата в боевике «Бой местного значения», в драмах «Мертвое поле» и «Лето волков». Также он разнообразил свое амплуа и романтическими ролями, например, в картинах «Невеста на заказ» и «Найденыш». Именно на съемочной площадке одного из фильмов актер и познакомился со своей любимой Анной Старшенбаум. Влюбленные сыграли свадьбу еще в 2009, а через 2 года родился сын Иван. К сожалению, через 5 лет отношения начали портиться. Они несколько расходились, потом расходились. В конечном итоге Старшенбаум заявила, что они развелись. Но разошлись они по-тихому, оставшись друзьями. С Ваней отец регулярно видится, и его фотографии с гордостью размещают на своей страничке Инстаграма. А вам нравится этот прекрасный актер? Ставьте лайк, если да. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!